Жара стояла на неделе, вся шупрели, и в мою смену на работе так пекло. Не ожидали все, конечно, в самом деле. Пожар возник вдруг, почему, из-за чего? Я в проходной в охранной будке прохлаждался. Такой неистовый был солнце, очень жар. Вдруг крик откуда не возьми громко раздался. «Смотрите, люди, начинается пожар!» Я из охранной будки побыстрее вышел. Из интереса, что произошло в рабочий час. А дым над зданием с огнем чернущий пышет. Пожар возник на территории у нас. Вот где для интереса все внимание. У нас глазеть довольно все вовлечены. Глядят, как газопровод взорвется в нагревании. Снимать взялись пожар на камеры свои. А черный дым всю территорию окутал. Но вдруг сирена, и пожарники как тут. В черном дыму их не видать, но все же тушат. И газопровод МЧСники спасут. Ну, слава богу, наконец-то потушили. И кто пожарных вызвал, всех благодарю. Жары попытки тот пожар воспламенили. Но я в сомнении, от чего и почему.